Всем добрый день, Нью-Йорк с вами, зима 16-го года. Снова сегодня я с вами встретилась, но, к сожалению, у меня не получилось с вами встретиться с утра в воскресенье, потому что даже если я и говорю, что я свободна была, но на самом деле это неправда. Я была занята, все какие-то у меня дела, туда-сюда. И поэтому сейчас времени где-то 4 часа дня, и только вот сейчас я с вами увиделась и хочу показать вам всю обстановку, которая сложилась на воскресенье, на 24 января, примерно в 3-4 часа дня. Даже, может быть, чуть позже, время, честно говоря, я не знаю. Вы знаете, спасибо вам, вы мне делаете, учите меня, как правильно пользоваться камерой. Сказали, что высоко поднимать не надо, высоко я не поднимаюсь сегодня, вот, и, ну, учусь, ну, что делать, учусь, я студентка, я вечная студентка, которая всегда чему-то учусь, и других призываю к тому же, поэтому это очень хорошо, когда ты учишься, не надо этого стыдиться. Надо учиться и в 70, и в 80 лет, и даже старше. И даже, может быть, на том свете мы тоже будем учиться. Вот. Короче говоря, такой вечер наступает совершенно прекрасный. Сегодня было замечательное солнечное настроение. Вот. Вы видите, сейчас я вам покажу небо такое красивое, закат. Вот там закат замечательный. Такое голубое, розовое, белое небо. Просто супер. Вот. Дороги все разгреблись потихонечку. Я сейчас вам хочу показать нашу машину, которую мы сегодня вообще не трогали даже. В итоге видите, как все получилось? У нас колеса наполовину в снегу. Вот. Передняя часть, видите, тоже вся в снегу. Но нам повезло, потому что когда идет машина, которая чистит улицы, у нее лезвие направленное, что снег уходит вправо. Поэтому весь снег, который разгребался с улиц, он ушел вправо. Он ушел не на нашу машину. Поэтому те машины, которые, например, вот видите, впереди стоит машина, которая справа от лезвия была. Вы видите, как ее снегом засыпало? А вот наша машина, потому что, может быть, мы рассчитали, может быть, мы уже опытные, куда запарковать машину. Короче, мы запарковали машину нормально. Так что вот там еще расчистка происходит. То есть к вечеру происходит расчистка. Машины ходят. Конечно, вы знаете, были какие-то недостатки в поведении наших властей. Вот, например, власти наши перестраховались, а именно, например, вчера в 2:30 была закрыта, вот видите, машина едет мне навстречу, но она тихонечко едет, чтобы меня не задавить, потому что я иду по проезжей части, фактически по проезжей части. Вот, наши власти, вот видите, вот эта дорога как расчищена вроде бы, но машины все равно нужно людям самим разгребать. Наши власти вчера в 2:30 отменили транспорт. Весь транспорт, и сабвей, и автобусы не ходили. И сегодня в 7 утра только они разрешили limited, так называемый limited transportation bus and subway. И поэтому утром многие люди не смогли уехать на работу, потому что, несмотря на то, что, в принципе, дороги все расчищены. Как ни странно, даже по дорогам люди ходили пешком, даже многие на велосипедах передвигались. Были расчищены дороги, но автобусы почему-то и сабвеи не ходили. Только лишь, я не знаю, даже сейчас вечер, уже вечер, а я не вижу. Вот машина едет, но она аккуратненько, конечно, едет, потому что, опять же, я стою на дороге. Давай, давай. О, окей, thank you. Вот видите, меня пропускает она. It's okay.
Thank you. Вот. То есть, понимаете, настолько перестраховка большая. Ну, воскресенье, знаете, людям на работу особо не надо, многим. Но автобусы нет. Тут я смотрю, автобус вон там пошел. Вот я не успела, а вот там за уголочек уехал автобус. То есть автобусы, не знаю, во сколько они и что, но стали ходить. Я считаю, что автобусы надо было запустить раньше. И не то, что просто раньше, а ну, более активно их запустить. Потому что проблема такая была. Проблема была, безусловно. Вот. Но что касается, например, продуктов, то продукты были в магазине. Мы сегодня с мужем даже утром пошли в магазин наш местный. Кейфуд такой магазин. Бебечка гуляет. Хороший бебечка. Вот. Привет. Привет. Вот. Ну, там продукты, ну, практически все продукты были. Мясо, колбасы какие-то. И американские, и русские там есть варианты. Вот. Потом хлеб свежий был, молоко, молочные продукты. Практически продукты все были. Народу было в магазине мало, потому что закупились все накануне. Но, вы знаете... Не было проблем таких. Свет, электричество, вода. Все было нормально. Вот, то есть... Вот, видите, машина мне бибикнула, потому что я иду по проезжей части. Видите, оно бибикнуло мне тихонечко. Девочка, уйди с линии. И я ушла. Так, там еще одна машина едет. Но мы... Она далеко. Ладно, пойдем дальше. Вот. Короче, вот такая у нас обстановка, все нормализуется, снег одни сутки всего был, завтра у нас понедельник, и завтра, я думаю, транспорт весь наладится, уже точно завтра все по работам разъедутся, вот, вот это опять же наша машина, я сюда пришла. Не очень-то страшно, завтра моему мужу предстоит не очень страшно ее разгребать, я так думаю. Вот, поэтому вот это зеркальце, я люблю его закрывать, чтобы... Я люблю что-то зеркало закрывать. А снежок, вы знаете, такой... Ай, хороший, приятный снежок. Зима. Нормально. Так что вот такие дела. Вот. Ну, что я могу вам еще рассказать? На сегодняшний день небо красивое. Небо, вот камера, может быть, нас же не передают. Ребята, я камеру настроила. Кто меня критикует, вот как я могла по максимуму, так я ее и настроила. Но не умею я больше настраивать пока. Все рекомендации я изучила. Вот, поэтому единственной камерой, в принципе, я довольна. Единственное, мне не нравится, что, знаете, приближать никак. Вот приближать никак. Хотела бы я приблизить что-то, как на старой камере, а здесь я не могу. Поэтому, ну как получается, так и получается. Ну что я могу поделать? Вот. Ну ладно, мои хорошие, в общем, нормально все у нас, обстановка стабилизировалась. Будем живы, не помрем, как говорится. А вот. А конкретно к кому-либо в этом видео я обращаться пока не буду. Мы будем обращаться в следующих видео. Все впереди. Вот видите, машина выезжает. Например, вот она расчистилась и поехала туда-сюда, упражнения. И в итоге она... Мы решили сегодня свою парковку не терять. Потому что, знаете, как разгребешься, уедешь, она готовенькая, быстро кто-то сюда приедет. Мы решили не терять парковку. Вот. Ну вот, все.
Да, живу я на Ocean Parkway, если кто догадался. Ну, естественно, вы уже догадались. Очень долго я держала в тайне свой адрес. Ну, в итоге я решила в тайне свой адрес больше не держать, ничего страшного. Потому что это не тайна. А чего тайну делать из ничего? Вот. Так что вот такие дела. Ну все, мои дорогие, сегодня я заканчиваю. Встретимся опять очень-очень снова. Быстро. Вот такой у меня сегодня репортаж получился. Чтобы вы, знаете, вы, чтобы воочию видели всю обстановку у нас здесь в Нью-Йорке. Потому что, знаете как, вот когда вот воочию показываешь, оно так и есть. Вот как оно есть, так и есть. Я ничего подрисовать, нарисовать, я ничего не могу. Может, в других штатах что-то было более серьезно. У нас в Нью-Йорке все прошло более-менее гладко. Вот. Без, ну, не знаю, не было таких каких-то ненормальностей. Вот, так что вот такие дела. Окей. Все, на этом я заканчиваю. Скоро опять увидимся. Скоро-скоро увидимся, я вам обещаю. Пока-пока. Целую вас. Пока. Ну вот наступают сумерки уже. Все люди расходятся по домам. Многие, конечно. Вот. Ну вот, видите. Ничего, обстановка налаживается. И завтра начнется новый день. Завтра начнется понедельник, новая неделя, и все будет хорошо. Все будет хорошо. А сугробы должны растаять, я думаю. Что же это такое? Сугробы, давайте уходите из нашей жизни. Я пока с вами прощаюсь. Целую вас. До следующих встреч. Пока-пока.